Торжественное закрытие Республиканской олимпиады по химии провели в области Улытау. Организаторы масштабного интеллектуального соревнования, благотворительный фонд The Ulutau Education Foundation, корпорация «Казахмыс», Министерство просвещения научно-практический центр «Дарын» и Акимат области. Елизавета Шалина знает подробности. Второй год подряд в области Ултау проводят Республиканскую химическую олимпиаду имени академика Сатпаева. На этот раз в ней приняли участие не только девятиклассники, но и ученики 10-11 классов. За звание сильнейших боролись больше 20 команд. В них вошли подростки, увлеченные интересной и сложной наукой. Жюри отметили высокий уровень подготовки участников. У них есть четкие цели, мотивация и большой потенциал. В дальнейшем мы, как организаторы, планируем повысить статус олимпиады и выйти на международный уровень. Благотворительный фонд The Ulutau Education Foundation реализует целый ряд образовательных проектов, направленных на улучшение качества образования, повышение уровня знаний и практических навыков учителей и школьников. Корпорация «Казахмыс» – постоянный партнер фонда. Благодаря ее поддержке проводит и ежегодную олимпиаду по химии. Развитие промышленности невозможно без талантливых химиков, умеющих находить решения для самых сложных задач. Благодаря вашим знаниям к интересу науки, Казахстан может сделать шаг в разработке новых технологий, улучшении производственных процессов, поиске более экологических решений. По итогам теоретического и практического этапов олимпиады определили 36 призеров. Лучшими в общекомандном зачете стали представители Павлодарской области. Теперь они обладатели переходящего кубка от посольства Канады в Казахстане. Гран-при олимпиады получила участница этой же команды. А пятерым 11-классникам, набравшим наибольшее количество баллов, вручили образовательные гранты на обучение в техническом и педагогическом вузах страны. Елизавета Шалин, Нурбол Узикбаев, 24 КИЗ, область Улутау.